Здравствуйте, дорогие мои зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Приветствую я вас в такой какой-то нестандартной позе, но так получилось. Я подумала, что вот когда я уже немножко причесалась, могу с вами поздороваться. Утро ревматоидного больного начинается с разминания конечностей. Сегодня я очень-очень гораздо лучше себя чувствую. Потом расскажу, почему. И мои руки гораздо лучше, но, тем не менее, они совершенно не норма. И какие-то движения нужно поделать, чтобы просто понять вообще, что сегодня со мной. Вы видите, что с утра я заглотила таблеточку. Это преднизолон и фолиевая кислота после вчерашнего метотрексата. И на этом, в общем, рассказ про ревматоидный артрит закончен на сегодня. Сегодня у нас воскресенье. Я планирую с детьми поехать в Мегу на какой-то праздник с мастер-классами. И забегая вперед, я вам скажу, что мы никуда не поедем. Почему и как, это вы увидите сами. Я проснулась раньше 7 утра. Дети проснутся гораздо позже, поэтому я успею и попить чаю, и посмотреть YouTube, и умыться. В общем, очень много можно успеть, если ты встаешь раньше деток. Мы очень активны. Последнее время у нас то садик, то лагерь на английском языке. И на самом деле хочется, конечно, в воскресенье куда-то съездить, но одновременно я думаю, что детям нужно вообще понимать, что можно иногда проводить время дома, а не только носиться где-то и ездить. А еще у меня закончился бензин, и денег на него совершенно нету. И думаю, как бы нам усидеть дома, но дети у меня очень шебутные, темпераментные, очень плохо себя ведут дома, и я на самом деле вот выдумываю, как бы нам провести день так, чтобы они были все время чем-то заняты, чтобы я не очень устала, и чтобы они не поссорились. Периодически их нужно разводить по разным каким-то занятиям, но они еще к этому не привыкли. Ну вот, пока я переодевалась, я одновременно сделала себе чай, я пью действительно много. И это уже вторая чашка за утро в полной тишине. И вы не представляете, как здорово вставать раньше всех. Но если вы уже так делаете, вы, наверное, меня вполне понимаете. Наверное, это единственное время, когда я могу в тишине спокойно попить, не бежать, не прислушиваться. И даже в будний день это не получается, потому что утром мы спешим в садик ехать далеко-далеко. А днем я тоже куда-то все время спешу, потому как если мои дети редкий случай, что в садике, я стараюсь много успеть дел. Сегодня на улице неплохо, во всяком случае, если наблюдаешь из-за стекла. А для тех, кто впервые на моем канале, ну вот уже 8 минут отмотала, я только-только вспомнила, что нужно сказать, что меня зовут Анна. Это видно под названием канала. Мне 45 лет, в этом году уже будет 46. Моему старшему сыну скоро 26. А моим младшим деткам от последнего, так сказать, гражданского брака 6 лет и почти 4. Я проживаю с тремя детьми в Санкт-Петербурге, на Парнасе. Мечтаю переехать в другой район, в более зеленый и более какой-то тихий и более, как сказать, менее населенный. Пока что мои мечты не воплощаются, но все же я надеюсь когда-то переехать. Мечты по поводу смены машины тоже никак не реализуются. И живу я без отца своих деток уже целый год. 1 июня был год, и вполне себе справляюсь. Мы на нижней границе нормы, как говорится. Мы очень-очень-очень скромно живем. Приоритеты у меня такие: питание, образование, бензин. Образование и бензин на одной у меня линии расположены, а уже одежда у нас на потом откладывается. Как получится, в основном не покупаем новую одежду, в основном разыскиваю ее дешево или бесплатно. Вот так немножечко я вам рассказала о том, как мы поживаем. А сейчас добро пожаловать в мое воскресенье. Реально очень классно посидеть вот так, попить с вами чайку. Я выпила залпом чай нужной температуры, если вы понимаете, что я имею в виду.
Я тот человек, для которого очень важна температура чая. Я все время днем пью не то, что хочется. Посмотрите, какая красота. Очень хочется за город. Но я знаю, что эта поездка за город меня измотает. А в воскресенье нельзя нам уставать. У нас впереди рабочая неделя. Не будем повторять ошибок прошлых выходных дней. Ну что, поехали. Наше воскресенье. Привет. Вкусно. Поменялись майонезом и кетчупом. Не надо, не надо нести так, Викуся. Так, блинную трапезу заснять не успела. Блины испекались на одной маленькой сковородочке и тут же съедались. По два вроде, да, съели? По два? По три? Неизвестно. Это было после щей сразу же. Так. Ну, сейчас я приду к тебе разбираться, говорю, с проводами. Значит, тут я провела часа два. Так, Вика, подвинься. Покажу, что мы сделали. Ну, заберись туда. Так. Да-да-да. Мы пересмотрели все игры, которые нам по возрасту и нет, и рассортировали их. Когда-то мы это уже делали, но вот, например, тут пришлось кое-что переформировать. И переложить подальше, поближе. И обнаружили, что уже можем мы играть даже. Так, чтобы некоторые пазлы вообще убрать, например, вот эти. Тут 4 картины. Нам пришлось их собрать. Иначе они не помещались. Поэтому мозговой штурм, да, у нас, Даня, был? Мозговой штурм. Мы собирали сразу 4 картины одновременно. А Тёма мне дал, ну, провода. А Тёма дал провода. Одни наушники и 3 провода. Кажется. Так, в общем, пол протёрт у нас. Воскресенье такое проходит. Здесь у детей какая-то игра неизвестная никому. Но она локализована. Дурацкие ассоциации, не буду говорить. И стал у нас чуть почище. Я в пижаме до сих пор хожу. И в майке. Даже тут мне удалось вытереть пыль, удалось протереть мне пол. Научились играть в такие вот штучки. Вика научилась во многое играть. И будем теперь мы проводить время, наверное, больше уже с настольными играми, нежели вот со всякой такой армагеддонишной. Да, Даня, Тёма тебе дал, и сейчас ты все замотаешь в провода. А, в общем, у меня такое чувство, что я... У меня еще и блин остался, ё-моё. Вообще отсюда не отходила. Я готовила и вытирала пыль без конца. А все почему? Спросите меня, почему я это делаю, а? Ну, кто угадал, почему я это делаю? Потому что я не стала мазаться вторым. В общем, такая предыстория. 2 уже диклофенака у меня за неделю куплено разных производителей. И мне становилось каждым днем хуже. И я вчера взяла свой старый диклофенак. Слава богу, я его не выкинула. И стала из него выдавливать просто капли там еле-еле. И вымазала все руки. И сегодня они в порядке. То есть вот на данный момент, 2 часа дня, они практически, ну, на 1 балл болят. То, что было всю эту неделю, это был кромешный ад. Я сделаю отдельный ролик, покажу те 2 диклофенака, которые не помогают. Это реально вода. Я не хочу обидеть производителей. Это именно мне не помогли. Хочется верить, что там лекарства, а не вода. Но, в общем, когда мне станет скучно, может быть, я с ними сужусь. Потому что лечебного эффекта не было. Я, честно, запаниковала, что у меня возникла привыкаемость. Мне в аптеке сказали, что к любому лекарству есть привыкание.
если будет где Глафинаку привыкание, то что мы тогда будем делать? Вот, поэтому я сегодня встала работоспособная, я мыла без конца посуду, наконец-то я ее перемыла, можно сказать, практически. Я даже порезала щи, порезала капусту, сварила щи, потому что невозможно это было делать все эти дни. И я начинаю паниковать, что чем мне кормить детей. Вот. Но щи без картошки, картошку я чистить все-таки еще не могу. Вот. Диклофенак рулит. Какой диклофенак, значит, буду показывать в отдельном ролике. Этот ролик все порвет, весь интернет. Договорила или нет? Если к диклофенаку будет привыкание, то все, я повешусь. Короче, это было не привыкание, это был плохой производитель и плохой гель. И сейчас я купила тот, который хорош. Для меня лично, может быть, он для кого-то плох, а может, те два хороши. В общем, слава богу, тот, который был, он действует. Смотрите, какой ветрище. Сейчас приоткрою. Смотрите. Смотрите, все полетело сразу же. Не знаю, что там, шторм, что ли? Шторм, похоже. А мы хотим... Слушайте, реально шторм. Смотрите, что здесь куст. А мы хотим съездить. Деревьев-то нет у меня. Не могу показать деревья. К Меге. Но поедем или нет, не знаю. Ну, в общем, бог с ними, с кустами. Вот что у меня тут творится. Вот. Ох! К Меге поедем на праздник. Наверное, ничего не обещаю. Просто картошка молодая, хорошая. Принесут нам сейчас хлеб, молоко и картошечку. Хлеба пришлось взять 3 штучки, но он по 35 рублей. Просто чтобы добить заказ до 200 скольки-то, иначе не понесли бы. Да, с ночи закрыто еще на все замки. На 10 замков закрыто. Спасибо. Бери. А у меня много игрушек. Молодец. А у меня такое. Нет, это мое. Так что все. Спасибо большое. Пока. Извините. Дай 5 тебе, говорят. Хорошо. Ой, как тебе повезло, ты 5 дали. Спасибо большое. А вы не хотите сходить мусор вынести? Нет. Пробежаться. Смотри, вы уже тут рядышком. Сходи. Так. 3 хлеба. Ну, 1 сходи, я постою рядом. И картошечка. У меня есть селедочка. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мелочи приятно. Значит, что я заплатила 100 рублей за картошку, почти 100 рублей за молоко и 3 по 35 хлеб. Сколько? Ну, типа 300, я так понимаю. О, у меня потекло, оказывается. Даня пошел мучить. Курьера поймал еще у лифта и мучит. Вы не слышите. Он рассказал курьеру, сколько кому лет. Вика, босиком. А! Чего ты мучаешь курьера, Даня? Все. Курьер знает про нас все. Сколько лет маме, сколько лет папе, где мама, где папа. Так, стою, жду. Стою, жду. Так. После скольки секунд начинаем волноваться? Даня, где ты? Ну почему так долго-то? Даня! Стоять! Чего ты долго-то? Я же стою, жду. Почему ты долго? С курьером поговорим. А потом еще долго. Потому что выкидывал мусор. Молодец. Ботиночки на место, пожалуйста. Так, сходила мама в магазин. Сходила. Как умею, так и хожу. 2 хлеба пойдут у меня в морозилку. Потому что не хотелось мне ничего заказывать лишнего. А до какой-то суммы не несут. Кажется, от 250 несут. Так интересно, Даня сейчас сказал, мама всегда дома, а папа всегда на работе. Курьеру сказал.
А то он что думает, что папа живет с нами, что ли? Я не поняла вообще. Так, все, у детей есть молоко. Я надеюсь, они сделают какао сегодня. А то они там прям в садике. Не знаю, почему я про садик подумала. Ну, в общем, надо не только чай давать детям, а что-нибудь еще. Тут уже сдувает даже в щелочку. А я там лежу, у детей они играют. Очень хорошо сейчас получается. Вот там лежу на Даниной кровати. А тут какие-то у них... Лаборатория проводов! И пшила! Даня, если твоя лаборатория разъедется, не разъедется, повесила я. Так не... Я намыла полы. Я похожа на домохозяйку. Раньше мне Марсель покупал авокадо, теперь Тёма купил. Чтобы вы понимали, я такая жадная, что я себе не куплю сама авокадо. Так, у нас тут было расхламление, потом Тёма хотел выкинуть провода, Даня их забрал, потом не мог их распутать, потом была истерика у Дани, я выкинула все провода. Короче, таким образом мы вспомнили... А, он хотел из этих проводов распутать наушники, и не получалось, потому что вот такой комок проводов. И мы вспомнили, что у меня есть наушники. И теперь дети смотрят мультики, а я никому не мешаю, смотрю YouTube и... слушаю его, и никто об этом не знает. А телефончик стоит на месте. Я сейчас готовлю, смотрите, детям. Немножечко там мяса есть, это картошка в мундире. Но даже в мундире оказалось, ее довольно сложно почистить. Вот тут чуть поменьше Вики. Картошки меньше, а мяса больше. Чуть побольше Дани. Вот все голодные. Вот так выглядит мясо, которое само запеклось утром в пакете. И вот в такой вот стеклянной латке. Оно запекалось в 7 утра, в 8, с 7 до 8. Оно божественно. А я хочу селедочки. Вот, Тёма что-то вообще не поел. Да, авокадо, это перекус был. Я хочу селедки. А, сейчас вы мне все напишите, не ешь селедку, ты сейчас умрешь от соли, не пей сладкий чай, сейчас ты все должна бросить есть сахар. Ребята, живем один раз. Понятно, что уже живем плохо, и хуже не будет. Хуже все равно будет. Поэтому я пью чай с сахаром, и селедку я иногда ем, пусть меня там покарают. Готовлю ужин. Я вообще думаю не пускать их сюда. Очень шумно кушают. Может быть, их покормить прямо с телевизором. Знаете, что у меня хорошее настроение? Меня развеселила Байгиша из Ирландии. Байгиша из Ирландии – это канал, который я вообще смотрю крайне редко, там, может, раз в полгода, раз в три месяца. И тут я захожу сейчас... Прикол, оказывается, ее не было, и я не заходила где-то месяц или два. И она, короче, развелась и об этом рассказывает. И у меня такой прилив энергии, что единомышленница где-то в Ирландии, какая-то байгиша, и она единомышленница. Но она об этом не знает. Очень веселая девочка, посмотрите. Она не знает, что она моя единомышленница. В общем, она развелась и чувствует свободу. Ей никто не запрещает разговаривать и смеяться. Я так ее понимаю. Мама поела. Можешь идти кушать, Данечка? Последнее время не очень у меня получается кушать с детьми. На голодный желудок нет сил кричать. Итак. Ради чупа-чуп. У меня сейчас много сил, я могу громко кушать. Чупа-чуп. Все показали, как хорошо умеем кушать. И только за быструю, хорошую, тщательно пережеванную еду без без попыток шалить, вы получите чупа-чуп. Ням-ням. Я говорю, без вкусно. Попыток шалить. Без попыток шалить. Вкусно. Он разгрызется. Ой, видите? Видите? Жирное. Вика, покажи свой чупс. Розовые мы два янявки. А как
кого больше одного ребенка, те понимают, в чем счастье. Два одинаковых чупа-чупса. Так, внимание. Тёма, если ты сейчас же не вспоминаешь, что такое, где находится нофелит, то придется Тёме сейчас прямо, вот прямо в воскресенье 8:30 вечера сидеть и смотреть фильм, который длится 1:17. Ты знаешь, я, наверное, вспомнил. Вспоминай скорее, что такое нофелит. Вспомнил? Сейчас. Хорошо. На камеру покажи. Покажи на камеру. Телефон. Молодец, ты расшифровал. Смотрим дальше. Мам, это вот ведь вы используете. Ну, да. Теперь я все знаю о жизни. У нее завтра новая группа. Их соединяют. Мама, она... На первом этаже будет. Где ты? Да. Прошло 1.5 часа, мы посмотрели на филет. Отзывы о фильме собираем. Отзывы о фильме. Как тебе фильм? Хорошо. Мы с Даней поревели в конце. Вы не скажете, где находится на филет? Как хорошо, что вы решили заговорить со мной. Сама бы я не смогла. Такая а эта бесчувственная девочка не поревела ни капельки. Тёма, ты не поревел? Не поревел. Так, Тёма говорит, что он не поревел. Покажись. Не поревел? Не поревел. А мы поревели, да, Даня? Да. На этой прекрасной ноте в 21... Ночи. И наконец-то лягу спать. Да что такое-то? Подержите кто-нибудь трубки, мне не удержать. 21:55 мы идем спать. Мы не можем открыть эту щетку. Кто-нибудь. Придите, откройте нам щетку. Надо вверх и повернуть одновременно. Почему не выключить? Кто включил и как выключить вопрос? Спустя 2 года я решила воспользоваться наушниками. Всем спокойной ночи, скажи. Всем пока. Пока. Всем пока. Спокойной ночи. Скажи, ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. 1000. 1000 лайков ставьте. Я вам скоро расскажу. Или 200 000. Все, что хотела рассказать. Ставьте 200 000 тотиков и 200 000 сердечков. И лайков. И лайков. А я вам расскажу, как у меня канал рванул вперед. Как? И на каком ролике. А лучше, мама, покажи, сколько у тебя подписчиков. Сколько подписчиков? Тёма скоро откроет, и всем будет видно, да? Mm-hmm. А я сама не могу показать. Мам, пожалуйста, покажи, сколько подписчиков. Ну, тебе могу. А мы не можем.